Приветствую. Ты зашел на это видео, потому что хочешь разобраться, как же все-таки покупать игры, подписки, дополнения к играм, имея PlayStation и находясь в России. Ты попал на правильное видео, потому что в нем я расскажу тебе и покажу целых два способа, как же это можно сделать. Отмечу сразу, я опущу вариант покупки дисков, потому что не всегда диски бывают выгодны. К примеру, диск RDR стоит от 1500 рублей. Когда в то же время можно приобрести цифровую версию Ultimate издания RDR в районе 600, 700, 800 рублей. А также, что вам сразу нужно знать. Во-первых, приобрести игры, подписки, дополнения через российский PS Store, к сожалению, невозможно. Соответственно, покупать их нужно через другой регион. И тут сразу стоит вопрос, через какой же регион это делать? Потому что их на самом деле очень много. И тут я точно могу сказать, то что Турция — это самый оптимальный вариант для покупки игр, потому что большая часть игр в данном регионе по самым низким ценам и даже новинки. К тому же большая часть игр, получивших русскую озвучку, русские субтитры, имеют именно их даже в турецком PS Store. Конечно, не все игры в принципе вышли с русской озвучкой и с русскими субтитрами, но те, которые получили русскую локализацию, практически всегда имеют ее в турецком PS Store. Итак, поскольку регион аккаунта на PlayStation поменять невозможно, как бы вы ни пытались, Sony просто не сделала такую функцию. Вам нужно иметь аккаунт с другим регионом, то есть турецкий. Тут есть два варианта. Первый – это вы самостоятельно регистрируете аккаунт, то есть ищите турецкий VPN и самостоятельно делаете аккаунт. Или же просто написать нам, мы вам с этим поможем за небольшую плату. Вот вы создали аккаунт, но как же теперь покупать игры и подписки? Тут точно так же. Два способа. Первый. Это вы самостоятельно оформляете себе турецкую карту, платите человеку, который вам поможет с открытием этой карты, и далее разбираетесь с пополнением, с покупкой игр самостоятельно. Или же есть второй вариант. Это покупка игр, подписок, в целом вообще всех товаров, доступных в магазине PlayStation, в нашем магазине. Поскольку первый вариант имеет достаточно большое количество разновидностей, а именно разные турецкие карты, разные турецкие VPN, ну и в общем, о нем говорить можно очень много, я его опущу. Сразу перейдем ко второму способу. Мы занимаемся покупкой игр, подписок, донатов, дополнений на PlayStation, Xbox и ПК. Но так как данное видео именно для PlayStation, я поговорю только о нем. Как же сделать покупку, если вы вот буквально вчера купили себе консоль? Вот вы купили PlayStation, пришли, подключили ее к телевизору, и у вас даже аккаунта нет. У вас просто полностью голая консоль. Так вот, мы можем создать для вас аккаунт, приобрести игры, подписки. В общем, провести с самого нуля. Если вы, как я уже сказал, только вчера купили себе консоль. Ну и конечно же, мы можем приобрести те же самые игры и подписки, если у вас уже есть турецкий аккаунт. Итак, к примеру, вы хотите себе купить Человека-паука, который, кстати говоря, сейчас по скидкам. Что же вам нужно сделать? Вы переходите в наш телеграм-канал по ссылке в описании, и зайдя сюда, практически на каждом посте вы видите две кнопочки. Первая – это отзывы. Нажав из них, вы попадаете в группу, в которой вы можете почитать или же оставить свой отзыв после покупки. К слову, отзывов у нас уже более чем 1000. Причем каждый из них от реальных покупателей, таких как вы. Итак, вторая кнопочка – это сделать заказ. Нажав на нее, вы попадаете в личные сообщения со мной. В данный момент за выполнение заказов отвечаю лично я. Вы пишете мне, мы обговариваем детали заказа, стоимость и далее переходим к оформлению. Как же происходит оформление? Для покупки игр и подписок вы предоставляете данные от аккаунта, то есть почта и пароль от аккаунта PSN. Но здесь не переживайте. Без доступа к вашей почте я абсолютно никаким образом не смогу украсть у вас аккаунт. Так что после совершения сделки ваш аккаунт останется в безопасности. Итак, после того, как вы предоставили данные, я захожу на ваш аккаунт. Далее я приобретаю нужную игру или же подписку напрямую в PlayStation Store. После этого она у вас моментально появляется в библиотеке. Я выхожу из аккаунта, вы включаете консоль, открываете библиотеку и ставите игру на скачку. Также, после совершения сделки,
вам на почту приходит чек от Sony о покупке игры или же подписки. И естественно, еще я выдаю вам рублевый чек о покупке, который навсегда останется официальным доказательством покупки. И повторюсь, потому что, возможно, кто-то не понял, откуда же появляются игры и подписки на аккаунте. Зайдя на аккаунт, я делаю покупку игры напрямую в PlayStation Store. То есть с вашего аккаунта я покупаю нужную игру или подписку. После этого она моментально появляется у вас в библиотеке. Все игры, купленные у нас, останутся у вас навсегда, а подписки будут действовать полный срок. В общем-то, рассказал вам все основные ключевые моменты о покупке игр и подписок. По всем вопросам вы можете обратиться в комментарии или же в наш телеграм-канал. Мы ответим вам как можно скорее. Всех благодарю за просмотр. До новых встреч!